Здорово, здорово, всем привет. Нахурно он тоже, бля, агрессивный езду. Нахурно они рубят меня что-то. Да надо, да, едь, заправься. Ну ладно, он топит. Надо их, короче, влепешивать. Я не по той траектории еду. Ох ты, щет. О, красиво, да, было? Нихера! Твоя тачка распили, конечно, блядь. Дальний какой-то коломага, блядь, помойку. На колесах. Да, да, решил постричься, а что делать? 300, какой красавчик, ну. Сука, по-моему, кто-то ехал не туда, пацаны, вам не кажется? Или мне хас бить нужно? Я что-то не понимаю. Тихо. Ах ты, сука! Бля! Кто разваливается, бля, дядя? Да уже заехал. Ой-ой-ой, притормози, притормози, братишка. В какой стороны надо финишировать в него? Driver's license отмечаются все победы в заездах. Побеждай чаще, быстрее получишь новые права. Я ничего не понял, какие права, блядь? У меня уже есть права, мои права в конституции. Сделай снимок. Ну-ну. Wildcats Baseball Stadium. Вот здесь я чувствую... Нихера, это народу. Здесь я чувствую, потянул этот произношение английского языка. Baseball Cats Wild Stadium. Пиздец, отписать. Сука, тащи на обочину, хоть это, конечно, вообще необычно, непривычно. Типа, в каких гонках тачки на обочинах? Обычно везде трек, типа, и все. Тут только тачки на обочинах. Да, сейчас я их дерну. Изи, нахуй. Отправил, блядь, нокаут. Давай, сука, давай, жми, блядь! Говорят, главное не победа, главное... Ай, сука! Но у нас, бродосите, это победа! Гонок, поехали. Авто разных марок. Не, нормально шел на самом деле. Ба, куда ехать, да сука! Нахуй, смотри, сейчас буду закладывать, смотри, смотри, блядь, ну нахуй! Блядь, переложил, сука, газу, курва, блядь! Курва, газу, блядь! Все, нахуй, сделал я его, все. Абассалити. Жа нахуй. Первое место я победил, нас еще сожда. Накамура SI7 сейчас гоняет по Парадайз Сити. Разбей ее, чтобы добавить к своей коллекции. Накамура SI7. Жа нахуй. Ехай попробуем поменять, короче, на мозг. Ну, если, конечно, Накамуру увидим, придется за ней походиться, а так поехали. Понравилась тачка. Разбей ее и забери со свалки. Нихуя себе. Ага, блядь, догони ее сначала, блядь, чтобы разбить ее. Пиздец, все. Вот она, Накамура, нахуй. Ебать, логика, 200 всякий мув, нахуй. Разбить тачку, чтобы потом забрать на свалке. Нихуя себе. Я подгружается долго. О! Метол, блядь, тёчка какая красивая. О, нихуя! Вот это, блядь! Вот это пойма! Вот эти ваши, блядь! 4 колеса, блядь, жопу возит. Ебануться, пацаны. Охуеть просто, бля. Бля, вот это я понимаю, прохват чисто, бля. Здесь, конечно, классно, прям мотас, бля, так классно укладывается. У меня просто есть MotoGP 15, и там, бля, там мотас не так классно укладывается, как здесь. Здесь прям так правненько, прям охуенно.
порвет, сука, просто, но... Это графика-то квадратная, сейчас мы посмотрим, чуть графику, может быть, что-то поприятнее сделать. Думку брать и бучу. Бля, ебать, конечно, огонь нахуй! А на модике нет ускорения, да? На модике вообще, он вообще люди просто рвет. Уу! Сучка. Заезд. А, уже можно ехать? Ба, я ждал отсчета, короче, прикинь, как в гонках. Ба, читер, да, пацаны? Бай куда-то, да, поехал. Ну хули, 4 покрупного. Уй, бля. Ух, нихуя. Ой, бля. Вчера там, ебать, там ДТП было, ты это видел? Да это первый стопудов. Я там срезал очень хорошо через этот, через мост. Жа нахуй. Без аварии, нифига себе. Ой, блядь! Сука, очередной кирпич сотворил. Coast Guard HQ. Ну, тросиков-то нет пока еще. А, вот появился. Там, пацан, там уже рубят друг друга. Да нет, тут без шансов у этих флажков, тут без шансов. Не дашь. За рулем никого, ты видел? Жа нахуй. Жункьяр. Ну-ка, что это такое? Сразу даю, смотрите. Только при полном баллоне нитры. Кроме того, только на машинах этого класса можно запустить форсаж, полностью израсходовав нитру.
На, Юрка. Чтобы перекрасить машину, заскочи в Paint Shop, в мастерскую покраску, которая отличается на карте. Ну да, попробуем такой прокатиться. Wildcats Baseball Stadium. Ну, эти тачки прикольные, но типа. Ну понятно, эта тачка вообще просто имбалансная в плане скорости. Просто в точку ушел. Ладно, что, давайте еще на одну гоночку, да, буду заканчивать, потому что все на работу травм не идти. Так, сегодня чисто тестовый стримчанский подрубил, посмотреть, что вообще к чему. По встречке есть сразу. Еба, нихуя. Какая здесь скорость? Скорость не показана же, да? Бернаут X4 выжил. Че нахуй? Сука, потерял тачку, короче. Он вообще упал и все, разбился поэтому. Не знаю, по-моему, такое себе. Опять разбился. Ладно, короче, все, давайте, пацаны, буду заканчивать все. Всем спасибо, что зашли, посмотрели немножко, посидели. Все, пацаны, ББ.